опускается он в турнирной таблице с этим результатом. Ну а на льду Ханьянь. Стоит ли опасаться всем на свете китайского фигуриста, китайского одиночника? Мы, кстати, вот китайских одиночников, у них чемпионов, ну, Чэнь Чжангли занимал какие-то места на чемпионате мира, по-моему, третье или что-то в этом роде, но до чемпионства они, по-моему, так и не добрались. Чемпионами мира не были. И на Олимпийских играх уж тем более. Ну, смотрим. Очередной заход. Вот музыку Пабло Сарасаты, он катается в своей произвольной. Ханьянь, фигурист на данный момент
Судя по произвольной программе, так получается, что антимузыка. Потому что, конечно, Сарасате очень интересно написал произведение, и оно вряд ли было отражено в катании Ханьяне. Но зато он быстро такой носится по катку. Да, это, конечно, его сильная сторона катания. Программа. Девушки часто берут эту музыку, и она более энергичная и более красочная. Может быть, это какой-то мужской вариант. Хороший тройной флип. Ну, даже в прыжках присутствовало немало сумбура. То там выезд смажет, то вдруг сделает какой-то одинарный. Да, каскад. Везде несобранность, а может быть, наоборот, они так сильно фокусируются перед катанием, что в итоге их выбивает на самом старте. Особенно зная, то есть приходит первая группа, приходит Гордей в раздевалку, говорит, чисто. Следующий человек приходит в раздевалку, говорит, чисто. Жан Буш приходит, говорит, чисто с акселем. И все это накапливается, накапливается, накапливается. И вот в итоге мы уже видим второго фигуриста из лидирующей группы, кто не срывает произвольно, но срывает в произвольной, скажем так. Кстати, по поводу акселя Жан Буша, мы посмотрели, уточнили в протоколах, действительно за длинный заход могут поставить минус. Да, минус один, минус два. Даже минус два могут поставить. Так что, уважаемые фигуристы, быстрее заходите на элементы. И это точно плюс. Да, это точно плюс. Как в метро говорят, быстрее заходите в вагон. Ну, это его тренер Шугуанг Джи. И пока что мы не находим интересного катания, но находим человека, который умеет кататься. Баллов. 59 даже по компонентам он выше, чем все предыдущие участники. Но я могу это объяснить, извините, только тем, что дело происходит в Китае. Компоненты 59 немного ли? Может быть, вживую по-другому. Мы все-таки смотрим картинку по телевизору. Может быть.